Вот. Три девицы под окном. Пряли поздно вечерком. А мы нет. А мы гуляем по деревне. Да, сейчас покажу вам, где мы. Нет, развернуть его нельзя. Нельзя. Сейчас мы еще один заснимем. Да. И не один. Я так как она не умею. Я не выпила еще. Все, можно? Да. Косичка сзади. Тикток будет рад нам. Неплановое посещение. Какой. О, надо сюда сойти. Это где мы находимся? Ага. Привет, казак. Где он там? Крум-крум, слышала? Крум-крум, что ты? Нет, спасибо, я наверное, так посмотрю. Не, вот эти опасные птицы. Эмо. Смотри, ты видишь? Баска, аккуратно, может клювом через решетку. Ой, там. Не надо, надо я подальше. Ух ты! Пугивает уже прям. Вау! Нет, там еще мы не дошли, они еще вон черные. Вон лебеди! Где? Черные! Ух ты! Вот это точно круто! Лебедями настроили или двоих? Смотри, она уже... Я сам себе красавица. Лебеди. Ты посмотри, блин, все закрыли. Во! Ухаживаю. Мне еще 50 грамм, я еще не так попыталась. Уже хорошо, уже веселее. Уже вошла в эту грудь. Слушай, а хорошее лекарство? Надо почаще его брать. Я же раньше все как-то, знаешь... Все с серьезности, блин. А оказывается. Не, я просто серьезно становлюсь такая прям. И все. Ой, какая прелесть. Это какая-то ткань какая-то от Армани, кстати. Слышишь, прям ты прям как в настоящей деревне. Подожди, сейчас ты. Повернись ко мне. Опа, из леса переда. Вот. Так. Ну наконец-то хоть на ком-то оно будет хрень стоять, мешает, держаться, слушай. А не будет с попы спадать. Его через попу еще не оденешь. Не, реально, я все эти девочки тоненькие, все такие, я на них одеваю, оно спадает. Настроенные девочки, чего? Что я могу сделать? Кому оно надо, если платье спадает с попы? Проблемы потом. Затяни. Я лично на свою попу делаю, а моя попа с моей попы ничего не слетает. А, я даже худею, когда у меня попа, блин, 90 сантиметров, самая минимальная была когда-то. Но я вообще вот такая была. Обсуждение размеров. Обсуждение размеров попы. Да. Нужная вещь. Хозяйство. Не то, что нужная, а самая больная. Вообще не больная, а очень прекрасная. Оно должно быть на груди или под ней? Косички плести. О, на переднем там это спереди лежит. Наш кошак спереди. Духный кошачок. Положили такие на переднее. Стекло такое вообще, что кошка растеклась такая по переднему. Ага. Ты по парик ты имеешь в виду? Да. Притащи, мы сейчас будем. А вот тут как раз. Тут сразу все уменьшусь. Все хорошо. Так, Юля, что у тебя там? Ну, можно как? Прекрасно. Я в кино. Не надо, понимаю. Нет, это не это силикон, это не тянешь. Не, я имею в виду, дышать. Не вдохнешь. Не вдохнешь, да. Нет, все хорошо, да. Не, ну прям хорошо, так раз, так я же говорю. Два складочка. Все понятно. Все на месте. За начало, наконец-то, да. Я у них добавки не прошу. Ты налила прям по-доброму, не один два, да? Я ж не... Я думала, скромно даже налила, слышишь? Пальмой закусываем. Видишь еще? Русская красавица пьет. Пальмой вискарь закусывает. Пьет вискарь, закусывает пальмой. Только тут может быть. Все как надо.
Девочки, ну вообще. Это начало, это перед съемками у нас. Да, подготовка. Да. Для храбрости, потому что мы идем к животным. Идем к животным. Все, русская красавица уточку ловит, блядь. Валит, валит. Я не могу, блядь. Что только... Марфуша пошла гуся ловить. Кутя, 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 кутя. Так. Готовы? Так, все. Подожди, мне, кстати, волосы у себя вот чуть-чуть, да, сюда подправлю. Ага. Да, вот так. Так. А лебеди у нас уплыли. Сейчас, подожди, подожди. И злая птица, которая на меня фыркала. Ой, место шикардос. Команда. Пальчики делаем вместе, Юль. Сделаем поближе к... Вот так вот. Сено, солома. Здорово. Еще юрчики дали. Класс. Ну-ка, закрой глазки теперь. Ну чё, попробуем покормить лошадку? Привет! Ой! Хорошенький! Ой, мамочки! Зайка! Хорошая такая! Лошадка! Дали. Сейчас. Так, сейчас попробую еще раз. Ну-ка. Моя хорошая, где ты? Ты мне травы дерви, женщина с цветочками. Цветочки, хорошая лошадка. Он уходит, Наташа. Кто, он идет ко мне? Нет. На. Кто он идет ко мне? Лошадка. Лошадка! 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 О, лошадка! Лошадка! Посмотри, а! Лошадки пришли ко мне! Лошадки! Вот, какие красавцы! Нарви мне травы, женщина. Подожди. Она издевается? Да. Ты сын. Ой, я на видео тебя сняла. Так и будет. Страшновато. Идет трудяга. Дойка идет. Юльчик. Вот наши коровушки. Идем снимать. Какая Юлечка классная здесь вообще. Образ вообще тебе классный здесь.
сколько моделей. Типа ты там сено нашла и поправляешь себе, ага. Во-во-во. Аж коровы фухают. Подожди, подожди, стой, да. Я в движении. Готова? Типа не хотите жрать и не надо. Слушай, тут ты такой красивый. Да. Так, нам на сено. Сено, солома. Подожди-ка. Во. Во, молодец. Все, там да, тут надо подпрыгнуть. Так, а ну-ка, ну-ка. Фотосессия на стиле. Вот оно, как происходит фотосессия. Вы говорите, или легкая работа. Легкая работа — это тянуть бегемота с болота. Вот. Юль. Во. Сиди так, сиди. Наташ. Я же так аккуратно, Наташ. Попробуй тебя закрыть. Да. Ага. Вот ты гадость. Я просто чемпион! Я хотела, у меня с этой стороны не было, я когда лезла. Да. А, ну надо же, блин, залезла. Мы здесь, блин... Корячились. Не говори. Все, я в дзене. Сделай фотку. Все, бай села. Гнутая. Да. Гнутая. Раз, два, три. Ебать! Кого? Я чемпион. Лучше всех. Да.